Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня быстрое видео, вот такой вот красивый узор, вяжу я кофточку такую летнюю. И вот хочу вам показать, потому что узор на самом деле наипростейший и, на мой взгляд, шикарный, просто шикарный. Смотрится вообще бесподобно, девчонки. Итак, число петель должно быть кратно 6 плюс 4, то есть еще 2 петли и 2 кромочные. Набираю я 22 петли. 22. И теперь узор вяжется и в лицевом, и в изнаночном ряду. Значит, первую петлю снимаю, вяжу 2 изнаночные, провязываю 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой. Снова повторяю, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой. И так далее. И в конце у меня получается 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Второй ряд. Кромочную снимаем, 2 лицевые, 2 изнаночные, в них включается и накид, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной. Все, девчонки, вот эти два ряда. А и такой шикарный узор. Вот это все. Повторяйте от начала, и у вас получится, вот попробуйте, вот возьмите, свяжите образец, и у вас получится вот такая вот красотень. Прям, ну, красотень. Все, на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.